Начинаем тренинг. Тренинг начинаем. Начинаем тренинг. Меняем несколько направленность. Меняем ее. Меняем. Первая тренировка после болезни. Болезни. Ну так, с 20 килогерчиков. Хочу на ножки упор небольшой сделать. Слишком, ну и какие-то слабые. Ну вот, подходи. Раз, два, три. Так что растерял во время болезни я то, что наработал. Ну и ладно. Ну и ладно. Мне не досадно. А мне не досадно. Хоть все и ладно. Хоть все и ладно. Но мне не досадно. Первая тренировочка должна быть легенькая-легенькая. Даже то, что я сделал, уже ноги чувствуются. Чтоб мышцы особо не болели, не страдали. А волны шумят над его головой, об этом никто не узнает. Так, поначалу даже приседаний без веса будет достаточно. И па-па-па-па, ох, надо еще размять их. Надо.
порядок приводить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а
Хорошо. Хорошо. По старой памяти мышцы начали работать, наливаться. Наливаться мышцы начали. Наливаться, нали, наливаться. Нали, нали, наливаться отцом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Как я говорил, раньше были боли в плечевых суставах. Так, вот так вот поднять, это уже было. Что у нас делается сейчас? Крутим, вертим. Вот тут что-то такое чувствуется. Подход первый и подход последний. Рабчу-рыбу-джаба. Поднимали мы гантельки. Гантельки по 8 килограмм. Мы их поднимали, бивни развивали. Развивали бивни, тра-ля-лям. Развивали бивни, поднимали. Гантельки по 8 килограмм. Мы тут потрудились, мы чуть пропотели. Дали нагрузку ногам. Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та. Ну еще опять раз. Раз. Два. Три. Еще раз. Помню, смотрела на колени, и само колено было маленькое, а мышца вот такая вот. О, была. А сейчас тут колено, мышцы так. Зачаток. Ну что, второе упражнение мы сделали. Теперь у нас идет отжимание на брусьях. Нос. Опа. Вот.
хватит, будня, хватит. Тра-вари-вара, па-па-па-па. Так что восстановление после болезни, когда было потеряно 7 килограмм, пришел, если 26-го где-то там последняя тренировка, не ноября, а октября, прошел месяц с хреном. Восстановление очень должно быть идти медленно. И когда восстановление, вот у меня сейчас начал расти вес, примерно сейчас уже килограммчика 103. Чувствую, набираю. Вот. Тогда и пошел, чтобы височек оформлять. Хватит. Ляп-чур-брип, чали-бичом. Ну что? Жмем лежмя. Хорошо. И бегим. Ляп-чур-бу-джун-та. Тям-бари-би-бам-ба. Почувствовать упор на бивни.